вами канал Кирилл Пес. Сегодня я продолжаю снимать рубрику Mail Time, 27 выпуск. И давайте же начнем. Сегодня мне пришло письмо от Марии Лежниной из поселка Советский. И давайте же его откроем. Вот все, что было внутри письма, и давайте же все рассмотрим. Привет, в ВК я искала песенников, нашла тебя, добавила. Вскоре узнала, что у тебя есть канал. Теперь сижу на рубрике Mail Time. Я решила сама написать тебе письмо. Если ты это сейчас читаешь, то я знаю, что оно к тебе пришло. Очень рада. У тебя очень няшный голос и пэты. Я Маша с канала Mary Sweet. Ты очень круто снимаешь и фотографируешь. Жду ответа. О себе. Я Мария с канала Mary Sweet. Я родилась 18 октября. Люблю рисовать и сидеть на YouTube. Я создала канал 6 августа 2015 года. Частенько сижу ВКонтакте. Любимые каналы Кирилл Пес и ЛПС Драконика. Помешан на твоей рубрике Mail Time. У Драконики смотрю сериал ХНВ и мастер-классы. В подростковом возрасте покрашу кончики волос синий цвет. Обожаю космос. Увлекаюсь аниме ЛПС с котиками. Они меня вдохновляют. На компе не сижу в ВК, на телефоне. Мои 5 важных друзей Настя ЛПС, София Саланская, Арина Кот, Кирилл Пес, Алекс Фридом. Мои любимые ютуберс Анастасия Спагина, The Brian Mars. Из MLP я люблю Пинки Пай и Принцесса Луна. Вот и все, пока. Вопросики. Первое. Отправишь ответ? Не знаю. Второе. Создашь новую рубрику? Не планировала. Третье. Когда создала канал, ты думала, что добьешься такого успеха? Не думала. Четвертое. Как ты реагируешь на 37 подписчиков? Мое число. 37 подписчиков у меня было достаточно давно, но... как и обычно. Пятый. Как, по-твоему, должен выглядеть нянкэт? Как и обычно. Шестое. Лучше снимать на телефон или на камеру? Разумеется, на камеру. Седьмое. Любишь космос? Я никогда над этим не задумывалась. Восьмое. Есть брук? Хочешь? Нет. Но думаю, хотела бы. Девять. Аниме Forever, LPS Forever, Дорамка Forever? Да. 10. Давай дружить. Хорошо. 11. Твой любимый пэт. Имя. Покажи. Мой любимый пэт – это символ моего канала Кира. 12. Подпишешься на мой канал Mary Sweet. Если мне он понравится, то подпишусь. Если что, у меня 37 подписчиков. На этом письмо и вопросы закончились, и давайте же перейдем к остальному. На этом письмо от Марии подошло к концу. Большое спасибо за то, что отправила мне письмо. Мне оно очень понравилось. Если вы тоже хотите поучаствовать в этой рубрике и отправить мне письмо или посылку, то мой адрес вы можете узнать у меня в любой соцсети, указанных в описании, или в WhatsApp. С вами была Кирилл Пес. До встречи в новых видео!